Самый простой секрет написать убойный, просто убойный анонс для платного интернет-тренинга, это смотреть другие анонсы, да, это самое первое, что приходит в голову. Видите, как кто-то какой-то бонус выдал, да, интересно, вам понравилось, как он это сформулировал, и у вас всегда должно быть в голове, а как это будет работать у меня? То есть вот такой принцип, а как работать будет у меня? А как у меня? А у вас оно, то есть и вы можете просто извращать немножко под себя. Очень интересно, когда, допустим, смотришь и видишь, что, о, а это уже меня извращает. Когда вы совершенно, то есть вот как из кубика все это составили, ставите, люди видят, что очень много всяких разных бонусов, да? Разных звездных гостей, сюда же хорошо подходят интервью, которые вы берете, даже в том числе и для раскрутки. Но интервью, допустим, вы до кого-то достучали, до кого-то серьезного, ресурсного. Вы делаете как бы два интервью. Первое интервью, где он рассказывает, ну как стандартно, там, история успеха, что вот как вы стали таким классным, да, и вот какие-то фишечки. И это одно. И второе вы можете записать с этим же тут же, но раз эксперт здесь, чтобы он дал какое-нибудь задание бонусное, да? А если человек, то есть глубоко практику, его дважды просить не надо. То есть он вот так понесет, что вот только успевайте на видео записывать. И лучше это делать на видео. В последнем видео Змеева и Парабеллума так и произошло. Мы приехали просто записать про конференцию «Хозяин судьбы», и получилось так, что тут же придумалась целая серия обучающих роликов, что раз, два, три, четыре. Когда я выложил их себе на сайт, народ начал люто бешено комментировать эти, то есть они начали делать эти еще задания. Это можно использовать и в раскрутке, это можно использовать и в основном тренинге. То есть как захотите. Это в любом случае людям будет интересно. То есть их это зажигает, их вот мотивирует еще что-то делать и что-то еще у вас покупает. Что еще вы можете сейчас прямо сделать? 5 ресурсных людей, до кого вы хотите достучаться. По вашей теме. Любые гуру, любые эксперты. Двойное интервью решает. Пятерное, да, там. Интервью о том, что и как, да, о нем и самом, которое вы можете сказать о вашей теме. Когда я брал интервью у Турчинского, светлая память, и прокачивалась тема real man, да, быть настоящим мужчиной, да, там, слово, дело, там, сказал, сделал. Естественно, мы его приглашали на этот тренинг, который стоил там 130 тысяч с человека. И, кстати, было достаточно много мест продано. То есть там зал был полный. И когда я у него брал интервью для раскрутки этого всего дела, там были вопросы, там, какие качества со мной там должен обладать настоящий мужчина, да, там. А важность самодисциплины, естественно, да, то есть какие-то серьезные, фундаментальные вещи, которые ему, естественно, интересно передать дальше. И он их передавал в этом интервью, и потом он уже приходил на сам семинар, и уже там час выступал, то есть серьезно, и в принципе он говорил то же самое, что говорили другие люди, но когда это говорит звезда, когда это говорит серьезный человек, который уже очень многого достиг, во-первых, людям это очень нравится, люди к вам проникает в лояльность, во-первых, вы связаны со звездами, да, и на вас немножко звездной пыли. И, соответственно, они тоже будут рассказывать, что они были на семинаре, были на тренинге, там, были на вебинаре, где участвовала приглашенная звезда. И это уже становится легендой. Это уже распространяется, как слух, и вы уже там фотографии вместе выкладываете, и уже это становится частью вашей легенды. Вам же будет еще рассказать в следующих тренингах, в следующих, вам будут приходить больше и больше.